Канал «Магия слова» проведет вас по сокровищнице мировой поэзии. Как говорил Лев Николаевич Толстой, поэзия – это огонь, загорающийся в душе человека. Не дайте этому пламени погаснуть. Ссылка в описании. Царит хаос. Эти улицы принадлежат криминалу. Но правительство вот-вот даст сдачи. 30 секунд! Этот сигнал парализует тело. Ты не можешь нарушить закон. Кто ты такой? Из-за него погиб твой брат, и он же поможет мне их обокрасть. По мотивам знаменитого комикса. Ты в деле, Брик? Сможешь украсть 30 миллионов долларов? Твой брат считал, что да. Что за девка? Слыхал выражение «за каждым великим мужчиной стоит женщина»? Я люблю быстрые тачки и толстые пачки. Фильм Netflix. И какой план? Перед активацией сигнала копы сдадут все оружие. А я всегда считал, что главное выбрать подходящий момент. Черт с ними, с бабками! Провернуть последнее ограбление в истории Америки! Вот что круто! Ты хочешь мести? А я войти в историю! Мы делаем больно тем, кто нас любит. Последние дни американской преступности. Чую, один из нас словит пулю. Кейбл? Это я. В недалеком будущем. Меня зовут Саймон. Я тобой играю. Новый вид развлечений выпущен на свободу. Поверни меня. Эфир через 3, 2, 1... Они называют это игрой. Игра Slayers предоставляет участникам возможность управлять реальным человеком в реальном бою. Но игроки — настоящие люди. Все наши игроки — преступники, получившие вышку. Но если выживешь в 30 раундах, свобода твоя. Некоторые пытаются обмануть систему. Отпустите меня! Но еще никому не удалось выжить. Кейбл — идеальный боец, зритель его обожает. 27 раундов, никому даже приблизиться не удавалось к этому результату. Это не простая игра, мы все участники. Моего мужа должны скоро освободить. Ты нужен жене и дочери, только ради них ты живешь. Мы знаем, где она. Если победить, как быть с управлением? Хочешь выиграть? Спусти меня с поводка. Вот кто здесь дергает за ниточки. Некоторые живут, чтобы играть. Я придумываю, ты исполняешь. Твой разум принадлежит мне, сынок. Другие играют, чтобы выжить. Ты можешь мне помочь, я знаю. Джерард Батлер. Майкл Си Холл. Лудакрис. И Кайра Седжвик в фильме «Геймер». С
Скрывать мне нечего. Нет информации для показа. Аноним. Враг системы. Мы не можем контролировать то, что не видим. CAD. Удали все, быстро. Так странно смотреть на тебя и ничего не видеть. Я не существую в этом мире. Ибо сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание к Коринфянам. Дом Сенбернов. Сезам! Вот вам и волшебство, ребятки. Только не пытайтесь проделать то же самое со своими домашними животными. Ну что, готовы? Посмотрим, что у нас получится сейчас. Хлоя, ты Дэвида не видела? Нет, не видела. Дэвид! Благослови, Господи, этот сад. Похитили вашего сына. Обратитесь в полицию, мы убьем его. У вас все в порядке, ребята? Да. Бензин кончился. Ничего, сейчас жарем. У нас все под контролем. Что он видел? Думаю, ничего. Возьми топор. Ты хочешь, чтобы я проснулся? Ты уже никогда не проснешься! Хочешь попробовать еще раз? Нет, с меня пока хватит. Ладно, тогда пойду сама. Хочешь остаться здесь навсегда? Пошли! Thank you.
У вас были незаурядные успехи в учебе, но все закончилось 4 года назад. Мой брат... Джаред! Да, я слышала об этом, мои соболезнования. Вообще-то он выжил. Я этого не знала. Ничего. Вы программируете новые воспоминания. Мы дарим новый опыт. Неотличимый от настоящего. Для нашего мозга фантазия и реальные переживания химически одно и то же. Доброе утро. Другая жизнь. Создателей паранормального явления и астрала. Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи. Я смотрю с тревогой в око. Почему ты так жестоко? Наводишь ужас, страх. Это все в моих глазах. Что же там за темной дверью? Я глазам своим не верю. Слышишь эти голоса? Хочешь жить? Закрой глаза. Окулус. Своими языками они обманывают вас. На их губах яд. Рты их полны желчи и проклятий. Они не боятся Бога. Они завладели сердцами и умами наших правителей. Они захватили самых сильных и богатых. Они ослепили нас, и мы не видим истины. Коррупция правит миром. Почему мы поклоняемся жадности? Незримо для нас. Они питаются нами. От нашего рождения до смерти. Они управляют нами. Они захватили нас. Они контролируют нас. Подчиняйся. Подчиняйся. Приезжайте на Карибы. Женитесь и размножайтесь. Подчиняйтесь. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Покупайте, слушайте руководство. Смотрите телевизор. Не думайте.
В чем дело? Я спрашиваю, в чем дело? Как дела, сэр? Все хорошо, спасибо. Спасибо, сэр. Мне снятся кошмары. Я больше так не могу. Той ночью в пустыне во время операции что-то произошло. Совсем не то, что мы думали. И отвечаю за это я. Мы с вами уже это проходили. Нет, нет, сэр. Только не это. Смотри внимательно. Конгрессмен! Конгрессмен Шоу! Сержант Шоу, вам снятся сны о Кувейте? Капитан Марко! Что именно тебе известно о твоем друге? Я с ним служил. Он хороший человек. То же самое. Соседи говорят о маньяках-убийцах. Слушай внимательно. В меня имплантировали устройство. И что-то мне подсказывает. В тебя тоже. Тебе нужна помощь, Бен. Я не псих-шоу. Потому что все... Реймонд, это Джейби Джонсон из Манчуриан Глобал. Мы ваши поклонники. Под контролем. Одним щелчком мы способны скорректировать характер. Изменить личность. Этого просто не может быть. Реймонд Прентис Шоу. Слушайте. Это переворот. Богачи финансируют исследование, чтобы поместить марионетку в Белый дом. От режиссера «Молчание ягнят». Среди акционеров Manchurian Global есть бывшие президенты, свершенные короли. Я понял, серьезные люди. А у тебя лишь слухи и домыслы. Я начал с кошмаров. Слухи и домыслы — огромный шаг вперед. Дензел Вашингтон. Кто-то копался у нас в голове. Обнажили нейроны, перепаяли все схемы. Пожалуй, тебе пора. Что ты делаешь? Я должен выяснить, что произойдет и где. Он не в своем уме. Смотри, куда прешь! Вы поклялись, что сбоев не будет, никаких утечек и глюков. Мэрил Стрит. Я сделаю все необходимое, чтобы защитить сына. Мы их остановим и уничтожим. Лив Шрайбер, думаешь, тебя не взяли в расчет? Здравствуйте, капитан. Помните меня? Маньчжурский кандидат. Фильм Джонатана Демме. Как же я хочу тебе верить. Верь мне, помоги мне, или стреляй. Под конец 20 века для противостояния волне насилия возникнет новое общество идеального порядка. Сержант Джон Спартан, ложное обвинение, срок пребывания в криозаморозке 70 лет. Преступников замораживают и перевоспитывают в криогенных тюрьмах. Они и кубики льда. Мы убираем из них криминальные наклонности, пока они спят. Агрессия и любые отклонения в поведении полностью стираются. Саймон Феникс, маньяк-убийца, срок пребывания в криозаморозке вечно. Такого преступника мир еще не видел. В свое время он был самым страшным. Мне здесь уже нравится. Но в 2034 году... Этим утром Саймон Феникс сбежал из криогенной тюрьмы. И, честно говоря, мы не подготовлены к решению подобной проблемы. Мир стал слишком мягким и спокойным. Мы не знаем, как бороться с насилием. Мы же полиция. А как Саймона Феникса взяли в 20 веке? Это сделал в одиночку. Джон Спартан. Сам разрушитель? Вы освобождаетесь условно с полным восстановлением на службе в полиции. Ваша главная задача — арест Саймона Феникса. Два кровных врага. Привет тебе из прошлого! Из незапамятных времен. Прошлого конец, Джон! Зацени новинку! Твою мать! Столкнуться с будущим, место в котором хватит лишь одному. Сильвестр Сталлоне и Уэсли Снайпс в фильме «Разрушитель».
Вы поняли реальность прошлого и настоящего, Уинстон. Теперь будущее. Вопрос. Как один человек может властвовать над другим, причиняя страдания? Совершенно верно. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Власть не средство, она цель. В нашем мире будет только триумф и самоуничижение. Третьего не дано. Прошлое запрещено. Почему? Потому что, оставляя человека без прошлого, мы оставляем его без семьи, без детей, без друзей. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к старшему брату. Остальные радости будут уничтожаться. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека вечно. Уинстон, вы думаете о том, что мое лицо старое и усталое? Вы думаете, как я могу рассуждать о власти, если даже собственный организм мне не подвластен? Но человек лишь клетка, Уинстон. Чем сильнее утомлена клетка, тем сильнее организм. Вам не удастся. Почему? Невозможно построить цивилизацию на страхе и ненависти. Почему любовь важнее ненависти? Не знаю. Все равно вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит. Жизнью мы управляем на всех уровнях. Человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это партия. Все равно, в конце концов, они вас победят. Рано или поздно они разорвут вас в клочья. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our razoo dogs what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Hi there, my little droogies. The evening's the great time, isn't it, Alex Barton? He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do. One else could that be? Now it was lovely music that came to my aid. A bit of the old Ludwig van. Прекратите, прекратите, я умоляю вас!
Нео, тебе случалось видеть сны, которые казались абсолютно реальными? А что, если бы ты не смог проснуться? Как бы ты определил разницу между миром сна и реальностью? Что со мной происходит? Ответ снаружи, Нео. А вопрос движет нами. Что такое матрица? Матрица — искусственный мир, который тебе показывают, чтобы скрыть правду. Какую правду? Они следят за тобой, Нео. Человечество — болезнь. Враг на теле планеты. А мы... лекарство. Вытаскивайте меня! Добро пожаловать в реальный мир. Так ты пришел спасти нас? Что тебе нужно? Оружие? Да побольше. Никто никогда не пробовал ничего подобного. Поэтому должно сработать. Пристегнись, Дороти. Канзас говорит пока. Матрица.